Fragen der Rüstung, Herr Generalleutnant Gnatenko. Я дуже радий, що з вашим прибуттям навіть погоду. Командир 46-й ракетной дивизии, в которой находится ракета. Это защитное устройство. Несение боевого дежурства на командном пункте. И это прежде всего нужно отстыковать ядерную головную часть. Владимир Иванович, все, мы уходим уже. Все, надо идти, Адольф. А где командир группы? Sie wissen, dass die Bundesregierung und die Bundesrepublik Deutschland immer zu den Befürwortern des Nuklearwaffensperrvertrags gehört.